Друзья, всем привет! А сегодня у нас поступление интересных сабовых динамиков от компании Blam. Это французы. Впервые мы, впервые мы привезли от этого производителя интересные сабовые динамики. И э, серия, значит, у нас получается RELAX специализированно или по-другому экстремально плоские сабовые динамики под названием RS-10. Выглядит вот таким вот образом. Вот такая тарелочка, обратите внимание и RS12. Вот такая тарелочка. Они еще называются либо RS102 и RS еще по-другому 122. В чем особенность данных сабовых динамиков? Прежде всего, видите, это их да, посадочная глубина. То есть они сделаны для специально еще компактных сабовых коробов. То есть для тех, кто хочет значимо сэкономить место в багажнике, но получать хороший бас, для тех рекомендованы эти сабы. То есть они ставятся в закрытые ящики, чисто фазики они не ставятся, не рекомендуются, а чисто закрытые ящики малого объема. То есть максимально тоже плоские, чтобы здорово сэкономить место в багажнике. И также их отличное применение это стелсы. Прям изумительно для этого применения. Сабовые динамики, значит, вот эти, что десятки, что двенашки, бывает двух видов. У них сопротивление э, получается либо 2 Ома, либо 4 Ома. Но ну, в любом случае у них идет одна катушка. Мы привезли специально двухомный для того, чтобы выжать еще больше мощности. Десятый сабовый динамик имеет номинал где-то в районе 150 ватт, но это более чем достаточно для закрытого звучания, а двенашка имеет где-то номинал 200 ватт. Данные сабовые динамики, если говорить по монтажной глубине, многие будет интересовать. Вот у десятки монтажная глубина составляет где-то в районе 70 мм. А если брать двенашку, да тоже, да, получается в районе 70 мм. То есть они одинаковые по посадке. Если говорить требуемый объем для этих сабовых динамиков, то тут несколько вариаций. Играть вот начиная десятка примерно от 10, от 10 литров. То есть 10 литров вы можете уже запихать десятку. Но чем больше будет объем, тем будет ниже настройка. Вот если в 10-литровый запускать Сабовый динамик десятку RS10, то получается у нас 10 литров получится в цифрах настройка 46 герц, То есть высоковато. Если 20 литров будет короб, то получится у нас настройка где-то в районе 38 Гц. Ну а если короб 30 литров, да, мы сможем набрать объема, то получится у нас настройка... 36 герц. Вот золотая середина, скорее всего, 20 литров, 38 герц, чтобы была она пониже. Ну, кому-то нравится высокая настройка. Если брать двенашку да, то, по цифрам, ей нужны ящики минимально 15 литров. Для 15 литров вы получите довольно высокую настройку 54 герца. Если 25 литров, 46 Гц, А Если, друзья, 40 литров примерно, да, то где-то получится настройка 42 герца. Тут тоже выбирайте. Данные сабовой динамики и по ценнику тоже, скажем так, не дешевые, но все же это для тех, кто хочет действительно качественный бас еще и в плоском размере. Десятка цена составляет на, получается, 12 марта 2023 года где-то 12,5 тысяч рублей, а вот двенашка где-то уже в районе 14 тысяч рублей. Сами по себе исполнение компоненты на высоте, Сабовые динамики имеют вот такой вот пластиковый специализированный диффузор Хороший, очень мягкий подвес При этом они, кстати, не что они плоские Имеют довольно глубокий ход динамика Сзади, если их перевернуть, вот так вот выглядит внутрь вставленная магнитная система Корзина идет у них, друзья С дополнительным антирезонансным покрытием Вот так вот выглядят силовые терминалы под подключение кабеля То есть зажимчики, что очень удобно Ну, в общем, они реально собраны на славу для истинных эскьюшников, еще раз, для тех, кто хочет значимо сэкономить место в багажнике, им нужен максимально маленький короб. Эти сабы реально для вас в наличии магазина Модерн.